Могут быть эмоции. Эмоции только положительные. Когда еще в жизни доведется сыграть с игроками основного состава, как поиграть с ними в одной команде, получить от них свою тройку мячей. Ну, сетка у меня еще не полная. То есть еще, наверное, когда-нибудь, я надеюсь, что мне удастся получить еще больше. А как впечатление от пребывания на базе, вот на этом действительно сокровенном для любого футболиста месте? Знаете, у меня вообще от этой базы поднимается настроение. То есть я уехал с природы, уехал со своей дачи, приехал сюда побегать вот по вот этому полю, подышать этой травой, подышать этим воздухом, этой базы, на которой играют наши игроки, приезжают тренироваться другие великолепные тоже игроки. Вообще шикарная база, шикарное настроение, шикарная погода, вокруг замечательные люди. Что может быть лучше? Я считаю, что вот такие вот игры не должны быть традиционными. Это очень нужно, важно, очень хорошо, что мы это делаем, и будем впредь продолжать делать то же самое. Ну, ожидали, что приедет столько такое количество людей, вот на трибунах видим и играют, энтузиазм у людей. Да, это очень приятно, но мы ждем еще больше. Хочется, чтобы было еще больше. Их много, но мы все-таки хотим, чтобы их еще было больше. Ждем. Всех ждем, любим, ценим и надеемся, как бы, что будут люди приезжать сюда и вместе с нами вот, принимать участие в таких матчах. Наконец-то, кажется, все становится на свои места. Команда начинает сплачиваться, это видно по последним выступлениям, по последним интервью. Надеемся, что помощь болельщиков тоже будет оказана повсеместная. Вы видите поддержку, люди приходят, люди вас любят, люди к вам относятся как к своей семье. Поэтому я думаю, что таких бы вечеров побольше.
приятно было выйти на поле и сыграть бок о бок с ребятами, с футболистами? Очень приятно. Спасибо за предоставленные возможности. Спасибо ребятам, что приняли в коллектив. Спасибо тренеру, который доверил. Все супер. Хотел бы сказать, что и пресс-служба клуба, и коммерческий директор, и комиссии болельщиков организовали очень хорошее мероприятие. Здесь на базе, на открытом воздухе, и матч, и встреча, и автограф, и кухня, и ужин дружеский, все. Жалко, мало людей пришло, я рассчитывал, что интерес будет больше, потому что, ну, мало какой клуб проводит такие встречи. Молодцы вы, конечно, ребята по организации. Я думаю, что надо регулярно это делать, пока тепло, пока есть возможность встречаться. Ну, не каждую неделю, но раз там в 2-3 месяца встречаться с болельщиками, потому что клуб организован для них, клуб играет для них, клуб работает для них. Команда вся здесь в сборе, ну где еще, как можно задать футболисту, тренерам любой вопрос, получить ответ на все, что интересует, что волнует. Это же не сидеть на диване и в интернете глупости всякие писать и дурацкие вопросы задавать. Здесь, пожалуйста, вживую. Никто никого не ограничивает, все поощряют это. И главный тренер, и руководство клуба. Поэтому большое всем спасибо, кто причастен к организации этой встречи. Давайте немного о футболе. Впечатление от кубкового матча, наверное, в большей степени. Удалось ли реабилитироваться команде в ваших глазах как учредителя? Ну, вы извините, но у меня своеобразный взгляд. Я поделился им с главным тренером, и где-то мы нашли общий язык в том, что это еще не та игра, которую мы хотели бы видеть. И не тот уровень, и не то качество, которое бы мы хотели воспитать у команды в целом. Я же всегда говорю, что нам нравится остроатакующий, комбинационный, результативный футбол. К сожалению, не все футболисты нас слышат. К сожалению, и в первом, и во втором матче с Оболонью слишком медленно развивалось все. И скорости были не те, какие могла бы команда дать, потому что на многих тренировках я присутствую и вижу, что команда готова к более качественной игре. Поэтому, как говорится, счет на табло, игры забываются, да, счет остается, но удовольствия я не получил, скажу вам честно. Пусть никто в обиде не будет, это общее с главным тренером и тренерами точка зрения. Да, по результату все хорошо, а по качеству игры нет. Во время матча стадион скандировал «Кубок Харькову». Авансом, наверное, во многом авансом, тем не менее, есть желание как можно дальше пройти в этом турнире? Ну, это же одна из задач. Мы говорили, что через матчи в кубке пройти как можно дальше и в матчах, кубковых матчах готовиться к матчам в чемпионате, потому что главная цель – это чемпионат. Главная цель – это занять место, которая позволила бы нам выполнить обещания, которые мы дали. Повышаться в классе. Конечно, очень приятно, добавляет дополнительной мотивации и ощущение такой некой семьи футбольной, околофутбольной. И очень приятная атмосфера, очень приятная. Как настроение после победы, после забитого мяча? Хорошее настроение, есть чему радоваться, особенно мне как нападающему, для меня важно это голы.
Но радоваться времени особо нету. Надо забывать эти все игры, которые были плохие в чемпионате Сабалони и кубковые, и двигаться дальше. Надо готовиться на Балканы. И цель только победа. Сегодня очень замечательный день, несмотря на то, что уже как бы было два праздника. Сегодня, по сути, тоже праздник. Праздник такой семейный, праздник замечательный и для футболистов, и для болельщиков, что самое главное, что очень приятное. Потому что вот наша команда, да, народная, любимая, новая, по сути. Вот действительно очень приятно, что сейчас большое количество людей ходит на стадион. А еще более приятнее, когда для вот этих людей, которые действительно верят в команду, действительно ее поддерживают, устраивают такие... Такие замечательные домашние семейные праздники на базе. По сути, вот, да, это такая, скажем так, такое место сокровенное для, в принципе, для футболистов, для тренеров в первую очередь. Вот, и приятно, что нас, друзей, учредителей, болельщиков сюда сегодня пригласили, чтобы мы вместе поучаствовали во всех спортивных соревнованиях, чтобы вместе пообщались в неформальной обстановке с футболистами. Конечно, руководство клуба действительно это классную идею такую придумали, и что нас сегодня всех сегодня вместе собрали. Улыбки на лицах, радость детей, поскольку и радость у взрослых, поскольку сегодня действительно классная возможность у всех, во-первых, сыграть с любимой командой, а во-вторых, конечно же, пообщаться вот, и с тренерским штабом, и с ребятами. Это очень классно.